Сотрудники регионального управления Федеральной службы судебных приставов обсудили итоги полугодия. Результаты деятельности оказались не самыми радостными. В этом году службе были переданы дополнительные полномочия, например, по выдворению иностранцев и розыску преступников. А новые обязанности – это всегда новые трудности. Новая функция для службы – розыск должников и розыск детей. Здесь мы в начале пути. Много проблем. В ближайшей перспективе создание ФССП России управление по розыску, разработка методических материалов, совершенствование нормативно-правовой базы, оказание содействия органам внутренних дел в задержании преступников, находящихся в розыске. Оказалось также, что на работу приставов жители стали чаще жаловаться. Количество обращений выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следует отметить, что в текущем году на 36% возросло количество жалоб, поступивших в органы прокуратуры. Я имею в виду жалоб на действия судебных приставов. 254 жалобы от граждан, в прошлом году было 187. Это говорит о чем? Это говорит о том, что у нас увеличится число нарушений, которые допускаются, и волокиты, которые допускаются в службе. Каким образом общаются подчиненные с гражданами, главный судебный пристав региона Николай Горбушин убедился лично. Теперь в отношении одного из сотрудников управления будет проведена проверка. Я просто был поражен тому, как относятся мои сотрудники, мои подчиненные к людям. Когда руководитель позвонил, так сказать, по телефону, ему, так сказать, ну, не зная, что руководитель звонит, естественно, полагая, что это простой рядовой гражданин, по-хамски ответили. Зашла речь на совещании и о предприятиях-должниках. Этот список пополнила кондитерская фабрика «Красная заря». Руководством предприятия не выплачены кредиты, сотрудники не увидели заработанных денег. Приставы арестовали имущество фабрики на 8 миллионов рублей. Частично собственность предприятия уже передана на реализацию. Заработная плата не выплачена. Мы сейчас смогли, что там можно и допустимо установленным законом порядке арестовать. Конечно, мы все это направим на реализацию, все, что от нас зависит, мы сделаем. Но я боюсь, что этой суммы, этого конкурсной массы, ее недостаточно для погашения долгов. Наряду с долгами по заработной плате предметом особого контроля остаются алименты. В скором времени на улицах города появится социальная реклама, взывающая к нерадивым родителям. Судебные приставы намерены активно бороться со злостными неплательщиками, так как руководством поставлена цель – доводить все исполнительные производства до конца, то есть до полного погашения долга. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.